Сулейман Керимов взял на себя строительство мечети имени пророка Мухаммада, мир ему. Об этом сообщается на официальной странице муфтията Дагестана в Инстаграм. Отметим, что мечеть будет располагаться на территории духовно-просветительского центра имени пророка Исы. В нем построят и музей, в котором будут размещены реликвии пророка, а также будет воспроизведен в реальном масштабе макет дома пророка. Данная мечеть своими архитектурными и стилистическими решениями будет напоминать святые ислама мечеть пророка Мухаммада, мир ему, который находится в Медине. Планируемая вместительность 23 тысячи человек, высота строения 17 метров, а высота минарета 57.